Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий на русском сервере. Давно я уже не снимал. Последнее время даже сливаюсь очень часто, как ни странно. Так, что у нас тут? Красавчики. Сливы радуют. Так, что у нас? Второе место будет, да? Судя по всему, да. Как обычно. Так, окей. Кидайте заявочки, вступайте. Прием мясокомбинат есть. В телегу пишите VLP33RUS. Атака фартух 20.00. Пропуск БГ КИК. То есть такие у нас условия. Я заберу. Качну. Так, отлично. Так, поехали. Смотрим, что там у нас сегодня на битве гильдии. 400. 300. 338. 316. Ну, в общем, бьем все 400-ки. Сейчас гляну, что там у меня. Давно я уже не трешивал на битве гильдии. Так, панчбокс. Делаем так. Лазуля. Махатма. Ну, в принципе, Махатма не особо нужна. Космос подашкой. Ну, как мы бы бегаем. Так, а есть у меня восьмое выживание? Есть, конечно же. Так, зайчик. Зайчик кролика. Ну-ка я зайду гляну. У меня там по питомцам вообще делается. Ну, по прохождению. Ну что, поехали. Давайте вместо Махатмы возьмем Дрейка. Капитан Дрейк. Так вот. Миллиардеры прям есть. Ничего себе. Куда я попал? Так, что тут у нас? Воодушевление, Фрея, Огни, Космо. Ну, поехали. Проверим. Ух ты, ничего себе, видали? Это жестко. Надо глянуть, что там у меня чаркой на руне не стоит. Жесткие типы прям. Да, одно попадание, видите, рунка сливается. Правда, я не знаю, что там у меня на руне не стоит. Чарками. Блин, нравится мне мелкий питомец, конечно. Давай, Роня, тащи. Вся надежда на тебя. Ой, выживание красиво сработало сейчас. Реально спасло. Ну, 48%. Побежали отсюда. Я, конечно, зря сделал. Рано я выпустил, ну да ладно. Так, юнитов слили. Можно теперь тяжелую артиллерию подключить. Сейчас только фух-фух-фух и всех слили. Ронины слили, красавчики. Ну тут должны мы затащить, в принципе. Если что, у нас сенушка еще есть. Правда, нету юнитов. То есть могут просто слить. Не, нормально. Нормально. Не потерял еще навыки прохождения битвы гильдий. Такс.
Ой-ой-ой, куда ты побежал? Роня, давай тащи их. Красава. Рончик в деле. Тут можно вот так вот сделать, чтобы быстрее немножко было. Еще и Дрейком подсобить. Как-то так. В принципе, я воюю против таких же по прокачке где-то, как и я, только у них, видите, 20-е прорывы вкачаны, и они нифига их не спасают. Это печально. Сейчас Роньку сольют стычки, наверное. Блин, вот нравится мне этот Ронька с кроликом. Кроли Роня тащит. Никак не приучу себя юнитов нанимать. Блин, этот кролик даже не прокачанный, он все равно кайфово бьет. Конечно, не максималку выдает, но все равно неплохо. Вот посмотрите, что делает. Зверь просто. 70%. Ну, думаю, уже можно начинать. Воу-воу-воу-воу-воу, куда ты полез? Что ты делаешь? Такс. Поехали дальше. А я-то думал. Все-таки кроли ролик тащит. Ой, это вообще такая раста. Половина выносится. Только одним этим. Лазулей. Дальше кидаете вот так. Кидаете где-то космо. Но космо, к сожалению, ушел в автопилот. Посмотрите, ну это вообще. Вот такие расты, они проходятся на раз-два, когда все так стоит кучненько. Мы даже не юзаем. Так, это что-то вообще печально. Как-то для топа. Отец. Ничего себе. Прям миллиард. Отец миллиардер. Жесткие они типы, конечно, все. Но против Ронина пока еще никто не спасался. Посмотрите, что они делают. Бедный Дрейк. Бедолага Дрейк. Почти. Да, все-таки выживание ожог на Ронине тащат. Как ни крути. Что, космо ушатали? Как вы могли ушатать бедного космо? Вот вам месть. Да, на русском, конечно, на битве гильдии ничего не поменялось. Кроли Роня затащил всех, короче. Вот такой вот. Ну, не знаю, мне нравится кролик больше, чем цеп. Потому что он зонально бьет, плюс на максимальной прокачке он реально очень круто выдает. Вот так вот. Что у нас тут по битве гильдии? 6000. Давайте сейчас зайдем сюда. Покажу вам на максималке кроли Роню, как он будет убивать. Вот я тестировал, все-таки ролик покруче будет. Где там мой Ронька тут? Ронька, ау. Потеряли.
Потеряли Роню. А давайте сделаем вот такая разница. И ожог. Зафигачим восьмой. Где там наш кроль? 35-й кролик. На максималочке. Смотрите, что делает. Уходит Виндвиз. Вот видите, он просто тупо шатает. Смотрите, как здесь кролик бьет. Он выбивает полностью все здания сразу, причем. Просто топчик. Если там он бил по чуть-чуть, то тут, как видите, он уже шатает по полной. А если еще и Ронин будет собран на атаку, там вообще будет жесть. Жесть, жесть. Смотрите, как Ронин держится неплохо. Давай, кроль Роня, тащи. Короче, вот так вот. Не знаю, мне что-то кролик реально больше заходит. Пишите в комментах, кто вам больше нравится, цапь или кролик. Ну, кролик, конечно, опять же, донат. Не так просто его получить без дону, но тащит он довольно-таки неплохо. То есть это очередной питомец, который очень неплохо помогает. Ух ты, мы там нахватались. Посмотрите, а выживание, точнее СО плюс ожог неплохо смотрится вместе. Хорош. Новая идеальная сборка. СО плюс ожог восьмой, если у вас, конечно, он есть рунами. Может ушатать почти. Так, ну давай, давай, отхила немножко. Ну, 50% есть. У нас это вполне устраивает. 59. Блин, а он держится круто. 70. Красавчик. Просто красавчик. Это новая имба, ребятушки. Вот так вот. Конечно, цап на добивание. Вот почему я цапа, а вот первым советую ставить либо феникса, либо кролика этого. Потому что цапом вы потом просто выкидываете, добиваете оставшиеся здания. Потому что если у вас Ронина сольют цапом, потом очень сложно будет добить. 77%. Ух, жесткий он. Ну давайте, убейте уже его, что ли. Нифига, он не сдается. Красавчик. Блин, обалденно. Мне нравится, как он деф держит. СО все-таки есть, СО. 600к отхил, нормально. Само 87. Ну что, вы его убьете уже наконец-то или нет? Блин, кайфово держится. Можно было бы юнитами спамить еще, он бы... Пожестче был. 93. Давай тащи. Смотрите на этот хил. Это просто вот просто вау. Обалденно. Вот это мне нравится в нем. Так, и что у нас по зданиям осталось? Одна башенка в центре.
Тот самый случай, когда надо вот именно Феникса под конец пускать. Чтобы он уже добивал это все. Бум. Вот так вот. Говорю, Феникса этого цепа. Ассасин. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.